Поздравления и награждения сотрудников редакции «Видновские вести» с юбилейной датой со дня первого выпуска газеты состоялось в историко-культурном центре. И это очень символично, ведь она стала своеобразной летописью Ленинского района. Я помню с детства, мои родители очень любили эту газету, они строили «Видное», я родилась здесь в «Видном», и поэтому с газетой связано все здесь. Приятно все время узнавать все новости из нашей газеты. И знаете, чем она отличается от областных изданий? Тем, что на страницах «Видновских вестей» мы видим всех знакомых людей, которые работают в районе, трудятся на его благо. Журналисты районной газеты по сей день бережно сохраняют традиции, заложенные их предшественниками. Всегда быть в гуще событий и отражать их на страницах своего издания. Я считаю, что мне очень повезло, что я начинал работу в районной газете, тогда она называлась «Ленинец», в 1978 году. Редактором был Александр Иванович Якунчев, заслуженный работник печати. У нас была всего одна машина, вот, поэтому, естественно, в так называемой командировке машины не было, но ездили на автобусах, на перекладных, пешком часто. Вот, я, например, помню, что всю округу вокруг Видного пешком исходил. За годы существования газета «Видновские вести» менялась объемом, форматом, дизайном, яркими сюжетными снимками. Фотография должна быть иногда даже одна в репортаже, она должна отражать всю суть. Поэтому приходится очень стараться, искать нужный кадр. Фотографией я занимаюсь уже много лет, до того, как попала в газету. Но попав в газету, я обрела очень теплый, дружный коллектив, и мне очень нравится там работать. Добрая обстановка юбилея районной газеты вылилась в теплую встречу друзей. У вас удивительная газета «Видновские вести» и уникальная медийная структура, которая объединяет в составе дирекции, нет такого в Московской области, киносети объединяет и телевидение, и газету. И, конечно же, самое главное – это удивительные люди. Пользуясь случаем, пожелать газете дальнейшего процветания. Безусловно, администрация Ленинского района, как учредитель данного издания, оказывает и будет оказывать всестороннюю помощь для развития нашего периодического издания. И хотелось бы, конечно, пожелать творческих успехов замечательному коллективу «Видновских вестей». Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».